Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Олегосталкер 98. Батю купил новый комп специально, чтобы мог играть в эту крутую игру. И крутая игра называется Baldur's Gate 3. Это лучшая игра во вселенной. Все, у кого идет Baldur's Gate 3, тупая школота и лохи. Йо. Baldur's Gate 3. Мы играем в Baldur's Gate, потому что мы крутые и ничего не тормозит Baldur's Gate 3. А у всякие Divinity Original Sin играют только лохи. Baldur's Gate 3. Мы воины абсолюта, отступники паладины. Всех побеждаем сразу. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Базарю. Baldur's Gate 3. Крутая игра. Почти Crawl 2. Можно играть за магов. Можно гоблинов убивать, можно из лука стрелять, даже можно призывать метеоритный дождь. Хотя я не уверен, что в игре есть такой спел. Недавно играю просто. Батя купил новый комп, чтобы я Baldur's Gate 3 играть мог. И мы с парнями каждый день гоняем, всех побеждаем, играем тактично, рейнджеров презираем. Рейнджерам дезреспекты. Если ты рейнджер, ты просто сдохни, тварь, прекрати балду играть. Шадоухард самый крутой персонаж. Она же круче, чем Гейл. Она хилы раздает. Всем хп тут вечно не хватает. Только за вилла, пацаны, не играйте. Играйте за Шадоухард. Baldur's Gate 3. Мы играем Baldur's Gate, потому что мы крутые. Ничего не тормозил Baldur's Gate 3. А всякие Divinity Original Sin играют только лохи. Baldur's Gate 3. Мы воины абсолюта, отступники паладина. Всех побеждаем сразу. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Короче, музыка в игре. Отпад, звуки, просто суперреализм. Когда от фаербола тебе кажется, как будто в твоей комнате кто-то взорвал фугас. Вообще просто офигенно, аж стекла дрожат. Графика, суперреализм. Прям фотографика, фотореалистичная. Один раз перепутал реальности и игру, оглушил сестру дубинкой, хотел снять с ее одежду, а оказалось, что это не Ментара, а реальная жизнь. Меня посадили в БТЗ, сидел очень долго в следственном изоляторе, потом родители телепатили меня оттуда. А теперь припев, дальше поем. Фристайл, супер. Блин, а нет, уже припев, все, потом. Baldur's Gate 3. Мы играем в Baldur's Gate, потому что мы круты и ничего не тормозил Baldur's Gate 3. А у всякие Divinity Original Sin играют только лохи. Baldur's Gate 3. Мы воины абсолюта, отступники паладины. Всех побеждаем сразу. Baldur's Gate. Baldur's Gate. С пацанами записали на мобилу звуки кара паладина с Baldur's Gate. Ходим по району, включаем эти звуки, кары, пугаем бабок нашими тремя критами. Бабки, не приходите в наш район, это наша территория. Просто сдохните, ваша жизнь закончена. Вы не умеете играть в Baldur's Gate. Все, кто Baldur's Gate, короче, не уважает, у вас просто не идет Baldur's Gate. Вы нам завидуете, потому что Baldur's Gate для более успешных людей. Супер требовательная графика в игре, поэтому нужно железо нормальное, а какие мы там 500 XT ваши отстойные. Играйте в Swallower 20, играйте с Ватаем в Дискорде, играйте в Divinity, все это игры для тупых нищебродов. Я не знаю, мне просто жаль вас, вы не понимаете ничего в этой жизни, ничего не добились, низшая социальная ступень развития. Игроки Baldur's Gate. Игроки Baldur's Gate — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играет Baldur's Gate 3 на ютубе. Успешные люди. Простите у мамок денег на новые компы. Может, они жалятся над вами. Купят вам новый комп. Тупые ложки. Ха-ха-ха-ха-ха.